Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я настроена на успешное разрешение своих проблем. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что ваш настрой приведет вас к успеху. Ну а теперь уникальное послание на 30 октября. Укрепление веры в себя. Сегодня вам нужно пересмотреть свое отношение к своим же собственным идеям. Подумайте, насколько сильно вы верите в то, что они удачны и могут быть реализованы в том виде, в котором вы хотели бы их реализовать. Многие из нас испытывают сомнения касательно своих задумок, но важно помнить, что искренняя вера в успех всегда поддерживается небесными силами. Все, что требуется от человека, это тщательно просчитывать свои ходы, расписывать план и не сомневаться, что все достижимо. Если в периоды трудностей вера в себя, свои силы и свой ум будет снижаться, попросите ангелов помочь вам укрепить ее. После этого будьте открыты и позвольте небесным посланникам оказать вам эту поддержку, а дальше просто продолжайте двигаться к намеченной цели. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. Я полностью уверена в себе и знаю, что любое дело мне под силу. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вы полностью достигнете своего успеха.